Ой, Марсель, что тут тебе папа устроил? Хватит, ты мне сейчас все заляпаешь. Марсель, папа тебе видишь, что устроил? Теперь ты можешь мыть яблоки сколько хочешь. Ой, сколько у тебя яблочков. Помой яблоки, чтобы попугаям было чисто яблоки. Тут попугаи живут, как у Христа за пазухой. Вон у них и клубника, и абрикоски, все, что хочешь есть. Марсель постирает. Ой. Да, ну что ты смеешься? Там кто-то скулит, что ли? Кто-то дома остался? Кто? Леон дома остался? Да. Марсель, давай отмывай их. Отмывай. Попугай будет кушать. Во-первых, черви сейчас повылезают с яблок. И можно потом тоже их поесть. Папа ушел. Давай стирай яблоки. Пошел за папой. Папа пошел, там кто-то дома остался скулить. Марсель, иди сюда. Тогда я пошла домой. Не хочешь мыть? Что такое? Ты пришел помогать? Помощник? Нет, это помощница. Ты помощница? Что ты хочешь? Что ты ко мне в телефон прилезла? Марсель, иди хоть малинку покушай. Давай лапу. Давай. Смотри, папа вам зачем эти ягоды наложил? Зачем? Чтобы вы кушали? Или чтобы тут мухи начали летать? Потом только выбрасываешь. О, драчуху вижу. Драчуху вижу, сама ползет. Марселька? Бубочка, иди яблоки мой. Все, сейчас заберу яблоки. Собаки, на кого вы там хакаете? Папа там что-то делает. В общем, Марсель ко мне не подходит. Деловой стал. Уже говорит, я уже это. Давай, хоть покажи. Покажи, как ты умеешь мыть яблоки. Это, можно сказать, игрушки. Чуть не перевернул тазик весь. Яблоки повыбрасывал с тазика. Ты засранец. Ой, давай послажу назад. Ой, зачем ты повыбрасывал яблоки? Пусть в воде плавают. Вот. Вот такие сегодня у него игрушки яблочные. Тортила к нам хочет. Сюда, тут занято тортила. Потому что если я тебя сейчас сюда запущу, то Марсель тебя будет переворачивать. Собаки! На черепаху. Я только кашу положила черепахам. Они все подъедают, эти собаки. Африка, не жадничай. Ой, Масейка мой, зайчик мой такой хороший, такой золотой, такой бубочный. Тортила к тебе пришла. Африка, прекрати.
Кавтика на большую черепаху гавкает. Ой, ты такой зайчик. Ой. Ой, давайте хоть намочу чуть-чуть. Ну, жарко же. Помочу немножко. Ой, еще одно яблоко он валяется. Вот так. Вот так. Залазь, тазик. Вообще, стал старый и не хочет купаться. Уже игрушки в тазик набросали. Ой, ой, наконец-то. Ой, хоть в тазик залез. Раньше с тазика не вытащишь, а сейчас вообще еще говорить надо, залезть в тазик. Пошел за черепахой своей. А там он червяков копает. Марсель, я ухожу с этой территории. Мне как-то в вольере сидеть не очень нравится. Ты черепахам несешь? Или кому? Попугаем? Никому. Никому. На крышу. А, на крышу? Для тенечка? Ой, красивая тень, да. Марсель! Лапами туда. Может, домой пойдем? Тебе не жарко? Ну, я думаю, если было жарко, он был бы в воде. Я думаю, что ему не жарко. Пусть гуляет.